Сколько бы вам ни было лет, верить в сказку никто не запрещает. И если вы настроены на чудеса и волшебство, они обязательно случаются. В наших древних традициях было принято верить в домовых. Мы и сегодня, потеряв дома какую-то вещь и уже почти утратив надежду ее найти, то ли в шутку, то ли всерьез просим домового о помощи. А благодаря чудесному мультику из общего советского детства, представляем себе, как Кузенька с Нафаней спешат на выручку. А теперь у нас появилась возможность расширить образы домовых в своих мыслях. Ведь только у нас, в Крыму, с недавних пор существует единственный в мире дом-музей домовых. Здесь этих сказочных персонажей больше сотни. Выполнены они из дерева семьей талантливых художников Никаноровых. Каждый домовой отличается внешностью и характером. А одним из самых важных дел здешних домовых является помощь своим создателям в рассказывании историй. Первого домового мы сделали 30 лет назад в Сибири по заказу одного молодого человека. Несмотря на то, что мы профессионально занимались мебелью, мы решили, то есть у нас была глобальная такая работа, попробовать себя в малой форме. И первый домовой был сделан по заказу одного молодого человека, который впоследствии привез своих друзей. После этих друзей приехали его родственники. И оказалось, что домовые наши совершенно замечательные. Они помогают идти по жизни. Ну, конечно, тем, кто верит в это маленькое чудо. Домовые мы счастье в дом приносим. Да? Ой! Когда Наталья и Николай обосновались в Крыму, поначалу планировали продолжить заниматься художественной мебелью. Но, как говорит Наталья, люди почему-то поехали за домовыми, в том числе и журналисты, за интересной темой. Люди ехали по слуху, говорили, почему у вас нет сайта, почему у вас нет никакой информации, у вас такие замечательные домовые. И вот опять-таки с подачи журналистов, которые бывали частыми гостями нашего музея, и родился этот небольшой, маленький камерный музей, который привлекает и туристов, и гостей Крыма, и наших жителей Крыма. Здесь, в своем доме, домовые живут сказочно, общаются друг с другом, со своими создателями и гостями музея. И, конечно, продолжают помогать рассказывать истории. Экскурсия по музею может занять больше часа, но скучно точно не будет. А ты сказки знаешь? Сперва молодцем в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби. Мы рассказываем истории, откуда они появились, что в Древнем Риме еще существовали домовые, как их величали. Там был целый культ поклонения домовых. Мы рассказываем даже стихи Пушкина о домовом, всем известные, да? И вы, наверное, знаете это стихотворение замечательно. «Поместье мирного, незримый покровитель. Тебя молю, мой добрый домовой, храни селение, лес и дикий садик мой. И скромную семью моей обитель». Сказок о домовых множество, а в современном мире к ним добавились фильмы и мультики. И можно сказать, что домовой – это некий бродячий персонаж, присущий культуре разных народов. И, пожалуй, главная его функция – это побуждение человека к добру, к действию, вопреки лени и скуке. Здесь нет никакой ни магии, ни колдовства, ни волшебства. И это не волшебная палочка, где можно взмахнуть рукой и все лежать на диване, плевать в потолок, и все у тебя сбудется, и все получится. Это, скорее всего, мотивация к поступку. Я стала писать еще с детства рожденные рассказы о домовых. Это Лялькина история о девочке, которая дружила с домовым, но никому об этом не рассказывала. Так вот, в одном из рассказов есть предисловие. Чтобы взлететь, нужно встать на цыпочки и сделать 3 шага вверх. Если человек умеет мечтать, если он верит в это маленькое чудо, ему будет мотивация к поступку. Это маленькая мыслеформа, которая несет добро. Часто люди, приезжая, об этом и говорят. Потому как случайности, наверное, здесь не бывает. Появляется в семье один домовой, приезжает за вторым, за третьим. И иногда спрашиваешь, а зачем вам столько много? Они говорят, а учебайся же их 11, что мы хуже. Древние греки духов, обитающих в людских жилищах и заботящихся о комфорте и безопасности хозяев, называли домашними гениями. Славяне также всегда почитали этот малый народец. По-русски домовой, по-белорусски домовик, по-украински домбейка. К
ним всегда относились с большим уважением и благодарностью за помощь в ведении хозяйства. 8 до 1 – 9, 9 до 1 – 10, 10 и еще 1 – 20. Так, ну я думаю, приданого у нас хватает. Ой, а это что такое? Фу, соль, 1,5 фунта. Хлеб, и фунта не будет. 1 до 1 – 2, 2 до 1 – 3, 3 – 1 – 4. Ой, 4 без 3 – 1. Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем. Прежде всего, они являют собой охранное поле дома. И особое почитание этому маленькому существу в славянской традиции. То есть всегда приглашают домового. И говорили, и говорят, что ни один дом не стоит без домового. Прежде чем зайти в дом, пускают кошку, чтобы она познакомилась с домовым. Так иногда и говорят, купил дом с домовым. Mm-hmm. Часто люди приезжают и рассказывают, что у них вроде бы как там появились домовые дома, а вот у них есть свой, что они там ему кашку варят, молочко дают. Mm-hmm. Мы всегда в этих случаях говорим без фанатизма. Неизвестно, кого вы там прикармливаете, кто-то там у вас завелся, кто там у вас живет. За своих домовых мы отвечаем. У британцев тоже были свои домовые брауни. В Шотландии считалось, что брауни появляются для того, чтобы помочь людям справиться с тяжелой и скучной работой. Иногда для них в благодарность следовало приготовить небольшое угощение. Больше всего они любили фигурное печенье, поджаренное на углях и смазанное медом. А вообще, если в старину немножечко в славянскую углубиться, как его называли? Доброход, кормилец, хозяин, батюшка. В принципе, то же отношение к домовому сейчас осталось. В музее не найти двух домовых, хоть немного схожих друг с другом. Их внешний вид зависит от разных деталей. От породы дерева, от настроения мастера, может быть, даже от погоды за окном. Но в итоге скульптура получается со своим характером. А делаются они следующим образом. Берется дерево, изучается его текстура, форма. Дерево – это живой материал, который имеет свою память. Он это энергетичный материал, который человеку генетически близок. Он теплый, он жил своей жизнью. Мы ему даем просто вторую жизнь. Изучая его форму, текстуру и цвет, мы начинаем делать. И часто дерево само подсказывает, какой образ должен получиться из этого маленького полена. И делаем до тех пор, пока не чувствуем, что это существо живое, живет своей жизнью. Заглядывая друг другу в глаза, мы видим, что резонирует с нашей душой, и мы отпускаем эту форму жить. Ставим ее на полку, и обязательно за ней приезжает тот человек, которому она необходима. Ой, кто это? Вымытый, вылитый жених. Глупости. Ты очень симпатичный домовенчик. Это домовой из моего детства, как иллюстрация к моим рассказам. Зовут его Лохматый. И он, вы видите сходство, наверное, со мной. Mm-hmm. Потому что это моя вторая половина. Я душой чувствую его таким. Он из рассказов. А это невозможно вычеркнуть. Там во имя. А может, у него второе есть. И я немножечко лукавлю и вам не рассказываю. Для всех он лохматый, потому что он и выглядит лохматым. И там он очень веселый и жизнерадостный. Ну а самое сказочное, что домовой из коллекции Никаноровых предпочитает сам выбирать себе новых хозяев. Кто больше других привлекает гостя своим хитрым и добродушным взглядом, тот и станет только вашим. Уедет с гостем в заморские края и будет помогать в делах. Часто люди приезжают и начинают подключать здравый смысл, начинают там что-то разглагольствовать, начинают умом выбирать. Вот начинают разбирать, как рука у него, что в руке держит, там, что у него на голове, какая у него там складка. Придирчиво относиться, не нужно так себя вести, потому что это как любовь с первого взгляда. Выбирают сердцем, чудо выбирают сердцем, а не разумом.
Поэтому, если вы чувствуете, что он пристально на вас глядит, следит за вами, не отводит глаз и не отпускает, значит, наверное, это все-таки ваше. А для этого еще нужно подойти к нему, они все тактильные, взять в руки и почувствовать, заглянуть в глаза. Не отпускает? Имейте и выращивайте свою мечту колоссальную. То есть сумасшедшую мечту, говорим. Если у вас сумасшедшая мечта, вперед к нам за домовыми. Верить или не верить в домовых – только ваш выбор. Но жить без веры в чудеса может быть очень грустно. Да и кроме всего прочего. Ведь именно сказки в детстве закладывают в нас способность отличать добро и зло. И если вам хочется вернуться в детство и поверить в сказку, то экскурсия в музей домовых вам в этом поможет. Берегите Крым, и он откроет вам еще не одну свою тайну. Бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет.